Четыре человека стали жертвами автомобильной катастрофы в Хорватии. На шоссе под Загребом перевернулась фура, которая, как выяснилось, перевозила мигрантов из Сирии. Нелегалы находились в кузове между рулонов бумаги весом по тонне каждый. 11 сирийцев с травмами доставлены в больницу. У шестерых ранения серьезные, один находится на грани жизни и смерти. Движение по шоссе в районе аварии пришлось закрыть на несколько часов. Грузовик был с сербскими номерами. Полиция сейчас выясняет, откуда и куда он направлялся, и что стало причиной трагедии.